никаких сомнений. Вот перед камерой тоже эти руку пожимаю. Да. Все, чтобы потом сомнений там никто не видел, никто не слышал. Хоть он индейц, он выиграет все равно. Эй, у тебя здесь кровь реально. Они с Гусейном подрались. Честно, причину пока не знаю. После съемок уже будем выяснять эти отношения. Гусейн выложил такую сториз. Типа, я никогда больше не буду сниматься в роликах у Ахмеда. Итак, друзья, всем салам алейкум, меня зовут Ахмед, вы находитесь на канале Венглби, и это экстренное включение. Сейчас 5 часов утра. У нас, короче, с Гусейном такой небольшой спор возник. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Подожди, я вот так сделаю, смотри. Вот так красиво сделаю. Короче, такой момент. Покажите, пожалуйста, вон ту машину. Не вот эту красивую, а вон ту. Вон ту, да. Гусейн на полном серьезе начал мне качать то, что эта девятка потянет зеткой. Уверен. Просто с места, ни шашки, ни все эти моменты, а просто с места. Да, по трассе, короче. Я в этом очень сильно засомневался и пошел немножко на принцип. Я сказал, слушай, а давай ключ на ключ. Да, было дело. Согласился, но машина же не твоя. Ничего страшного. Но ты, короче, ее покупаешь. Я за нее отвечаю, я полностью отвечаю. Короче, ты ее мне железно отдаешь. Уверен, все. Без никаких сомнений. Вот перед камерой тоже я тебе руку пожимаю. На. Все, чтобы потом сомнений там... Никто не видел, никто не слышал, чтобы не было. Вот сейчас на полном серьезе все писали, типа, Гусейну там что-нибудь подарить, поэтому я тоже такой решил рискнуть. Получится, получится, нет, но мне кажется, я уверен почему-то, то, что эта зетка уедет. Бывало, что и 3,5 Камри тоже тянула, она жесть. Ну, 3,5 это... Камри, что такое, брат? Здесь хоть и 2,5, она легкая, понимаешь? Здесь вес играет роль. Да нет, я бы не сказал бы. Я просто тот день тоже круг сделал и понял, что она не так уж, как должно идти, она не идет. Просто я из-за этого решил так поспорить принципиально. А чё говорит, у тебя даже фара, смотрите, вспотела. Вон, на неё посмотри теперь. Чё можешь сказать? Ты чё, дурак, что ли? Это ты что? Посмотри на эту машину. Это что такое? Это чё за ужас? Ты чё хочешь сказать, что она поинтереснее, чем она? Ты посмотри. Намного. Как новый автомобиль намного выглядит этот. Зато вас, у неё чё-нибудь испортится, чё? Встрял. Вот, 5 мак дал, 1000 рублей дал, то, что уже починил, дальше поехал. Можно на ходу ремонтировать. А это чё? Вот такая тема. Так что я уверен, российская машина, это самая бомбовая машина. Все равно, я даже если выиграю эту машину, мне она не нужна, потому что мне в обслуживании тоже если не потяну, я ее продам. Все-таки мне это решать, что делать. Подожди, а если ты проиграешь, что ты будешь делать? Ты же встрянешь. Ничего страшного, зато риск есть риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кто не рискует, тот не жрет. Что жрет? Я не пьет. Расул, можно вот как эксперта? Экспертизу сделать, да. Между ними стань, да вот так. Дыхание проверить. Идем сюда. Дыхание проверить этих двух машин. Александр. Надо проснуться. Смотри, Расул, на полном серьезе, как ты думаешь, кто выиграет? Вот я на этой зетке или он на вот этой чахре? Думаю, он выиграет. Почему? По разговору, думаю, его. Типа он такой уверенный? Да. Хоть он индейц, он выиграет все равно. Я? Конечно, да. Конечно, выиграю. Вот. Я даже не сомневаюсь. Если я сомневался бы, наверное, не сделал бы этот шаг. Уважаемый эксперт, мы ваше мнение услышали. И если можно, нам наедине поговорить с нашими зрителями. С вашего позволения. Он тебя индейцем назвал. Сам ты индейц, Ириса. Он тебя в прошлый раз тоже индейцем назвал. В прошлый раз я его простил. Ну ты же понял меня. Что ты? Не, я не понял. Я А сейчас? Сейчас не прощаешь, камеру выключим. Все понял. Короче, прямо сейчас мы выезжаем на трассу. Уверена. И ставимся ключ на ключ. Еще раз ассаламу алейкум. Александр, смотри, я проигрываю, я отдаю тебе зетку на полном серьезе. Ты просто так не отделаешься, уже камера нас снимает. Легче банана дать, чем часы уцы. А, ханчи побежали. Ханчи, что может, выскочим, выйдем, тронемся. Все. Ain't no other way, rather ever take this road. I put it all up in my back and then I go and take some more. And niggas know I put that work in, take it across the globe. Try to count me out, I push right past you niggas on the go. And I'm always going, I cannot stop, it's all I know. And you can't ignore, cause I won't stop till I'm gone. Короче, мы потихоньку выезжаем. Расул с Гусейном что-то не поделили. У него рассечение на голове. То же самое вроде бы как у Гусейна. Чего вы не поделили? Это личность моя. Не хочу говорить. А, все понял. Честно говоря, друзья, я процентов на 60-70 уверен, что я выиграю Гусейна. Да. Она на газу сейчас. Да? Видишь? Да. Он просто...
просто, знаете, процентов на 200 уверен, то, что эта девятка выиграет. Говорит, типа, по ощущениям, эта машина медленнее, Z-ка. Но он не понимает то, что Z-ка это иномарка, и здесь скорость не так чувствуется, как на АвтоВАЗе. Потому что машина-то сама по себе комфортнее, чем девятка. На девятке там все шумит, гремит, поэтому тебе кажется, что ты быстро едешь. Но на самом деле все может обернуться совсем по-другому. Ну, я же сказал, процентов на 60, даже 70, то, что Z-ка уедет. Но если я проиграю, я сдержу свое слово, я отдам Гусейну машину, тем более многие в комментариях просят, отдай машину Гусейну, давай подари тачку Гусейну, залайкайте. Чё это там шумят, блин? На кабриолете именно вот в такую погоду кайф ездить, сейчас, наверное, где-то 5:30 утра. У него автомат будет автоматически переключаться, а у меня будет вот так. Ага. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, ага. Всё. У тебя быстрее, чем автомат, да, получается? Конечно, намного. Ручная тема, это всегда хорошо. Да. Этот, как его? Ты вот, знаешь, вон она едет. Вот, сними, вот он. Чаша. Вот он. Еу! Я вижу в его глазах страх, прикинь. У него есть, да. У него есть. А в моих хотя бы что-нибудь увидишь? В твоих глазах чисто уверенно. Да? Включим карбон. Просто, да-да-да. Посмотрите на этот кадр. Что за кайф? Но нет, такие опасные вещи, друзья, делать ни в коем случае нельзя, больше не буду. Вот про эту гирлянду многие писали, друзья, нужно просто заехать к электрику и сбросить ошибки. Этих ошибок по факту на этом автомобиле нет. Даже вот чек не горит, здесь колодки, ручник, ABS. Это все надо просто сбросить, по факту этого всего здесь нет. Короче, у нас будет 3 раунда, то есть мы 3 раза по-разному поставимся. И в итоге, кто выиграет, тот выиграет. Желаю себе удачи. Не хочу терять Z-ку, скажем так. Они на Б-хе нас догнать не могут. Они, по-моему, на СТ-ушку заехали. Мы же на каждом красном тоже здесь. Да. Ставим. А-а-а! Они стопудово там заехали. Этот, СТ-ушку специально бы свечи посмотреть, диагностику сделать, камчики, матушки. Да. Да, фильтра снять, чтобы тяга появилась. Как обычно бывает, да. Подготавливаться. Но мы капот не когда открывал, скажи? Не знаю, я не открывал. Да. На часах 5 я утра. Я ее в зеркале вижу, вдалеке она едет. На 3 моих. Пожди. Маш. Я говорил этому Гусейну, что Z-ка будет быстрее. Сейчас что скажешь? Прикинь, да, вот сына, газу она была. Давай заново. Не-не-не, 1-0, 1-0. Брат, я забыл на бензу. 1-0. Она на газу, вот он видел, она оборот набирает, тут отстрелы дают. Ну ты же согласен, 1-0, мы договаривались, хоть у меня взорвется. Я не спорю, что твоя машина перевышала. Смотри, мы же договаривались, что если даже у меня, например, там мотор взорвется, и я встану на своей машине, то все равно твоя победа. Я ничего не говорю, ты ушел сейчас. Все, 1-0. Моя ошибка, да, 1-0, я согласен, моя ошибка, потому что она на газу. Она реально была на газу. Вот он свидетель. Ты хочешь сказать, она не на газу уедет? Она на бензине. Вообще дурочка ли, она на газу просто потраивает чуть-чуть, понял? Звук такой. Мухаммад, что думаешь? Отстрелы бывают. Не, на самом деле на газу не то. Но ты, да. Смотри, вот ты рассуди по прямым, 1-0 или нет? Нет, сейчас данный момент, да, конечно. Вот сейчас да. Это и камера видела, и все свидетели видели, да. Сейчас она ушла вперед, я ничего не говорю. Нет, смотри, знаешь, какой момент был? Без камер мы договаривались, жалко, что не засняли, то что бы с машиной не случилось, как бы не было, каких бы моментов не было. Не, случится, ничего не случилось, конечно, но просто так. Не, имеется в виду, если даже у меня, например, колесо взорвется, и я проиграю, все, значит, я проиграл. Был такой уговор, на самом деле, все, да. Проблем нет. Вот сейчас я на бензу ее кидаю, вот сейчас же, пока не забыл. Так, мы, короче, заново встаем, так же. Да. А третий раунд сделаем сходу. Давай, проблем нет. Все. Договор. Короче, друзья, сейчас оператор поехал на финиш. У нас теперь будет финиш во втором раунде. Мы так договорились. Да. А мы отсюда вас стартуем.
кто первый до финиша доезжает, тот выиграл. То есть финиш — это оператор. Да, все правильно. Давай, я свидетель. Этот, как его, смотри. У нас будет 3 раунда в целом даже. Угу. Получается, сейчас за тобой первый раунд. Да. Сейчас 2 решающих раунда, правильно? Да. Все окей. Да. Теперь, короче, ставимся на 3 твоих сигнала. Давай, давай, резко. Отлично, отлично. Расул, вот что это было, скажи? Это был фиаско. Я вообще даже близко не ожидал то, что он уедет. Смотри, у меня руки чуть-чуть дрожат. Если он уехал сейчас... На бензине она, кажется, хорошо идет. Я же тебе говорю, она на газу была в первый раз. Смотрите, да, на его довольное просто лицо. Конечно, брат. Я же тебе сказал, она на газу была тупанула, а так 3 моих было бы. 3 раунда я выиграл бы по-любому. Ну сейчас мы сходу будем ставиться. Давай, вообще никаких, хочешь четвертое на что ставится, вообще растет. Блин, здесь механика была бы, хотя бы скоростя переключая. Здесь спорт режим, если я его не нажал, прикинь. Здесь же спорт. Она, это ли, это не спорт режим, она ничего не делает, не можешь ее не нажимать. Она просто, когда ее нажимаешь, она блокировку снимает и шуряет, короче, понял? Нет. Это для поворота. Нет, здесь отдельно есть. Здесь вот это кнопка. Это для поворота, Вацок. Ты неправильное движение сделаешь, у тебя редуктор может застучать, Вацок. Он что несет, скажи, да, Расул, он что... Эй, у тебя здесь кровь реально. Ты сейчас заметил, что... Они с Гусейном подрались. Честно, причину пока не знаю, после съемок уже будем выяснять эти отношения. Если я сейчас выиграю 3-й раунд... 1-1. Волнительно, да? Я как переключал, я нормально переключить не мог ли. Там на туре. Чуть дрожь, да, он сам тоже бы сказал. Короче, ситуация такая. Счет 1-1. Последний у нас решающий. Решающий. Хочешь спорт нажми, хочешь нажимай, мне вообще нахуй. Может, отменим съемку все? Не, шучу, я шучу. Не, я... Я не сомневаюсь в том, что у меня есть шанс выиграть. Ты думаешь, если ты спорт кнопку нажимешь, ты выиграешь? Ну сейчас проверим. Давай, давай проверим. Никаких проблем нет в этом. Наравне со мной будешь ехать? Наравне. И на 3 твоих сигнала трогаемся? Ну да, пускай будет на 3. Ага. Да, пускай будет на 3. Сразу трогаем, 60 едем, я 3 сигнала даю и в пол. Хочешь спорт, хочешь морд, что по кайфу нажимай. Я спорт не хочу, я морд хочу. Вот, морд нажми и колесо тоже подкачай. Ура, победа за мной! Сейчас ставимся с накату. Выходи, чё ты? Я тебе говорил, вот она, её не поймёт. Ты говорил, BMW, BMW. Ходи давай, как улани. Это говнюк, блин, говнюк. Это честно было, дай это ключ, дай сюда ключ. Подожди. А. Ты вот это сломал, помнишь? Вот сними.
Это я сам сделаю, ничего страшного. Вот это ты сломал, помнишь, как? Ничего страшного. За то, что ты это сломал, ты мне деньги должен за нее. Уже ничего не должен, она моя. Она моя была на тот момент, поэтому ты мне вот за это деньги должен. Когда была она твоя, сейчас уже все. Если по спору, она моя уже. Давай. Лен, никто не обманул меня, Лен. Дай, выходи. Стой. Эй, я выиграл ее. Да, выиграл, я же не хочу. Все, так, я хочу теперь за руль сесть и почувствовать себя как в своей машине. Все, я ничего не знаю. Давай. Я на туре, Мухаммад, на тяжи, Мухаммад. Я тебе достал чек. Я ничего не знаю. Я что, помогал вам не делать, что ли? А что же на меня говорит? Давай. Я проиграл, я ничего не говорю, то, что я проиграл. Я слова не сказал. А зачем ты меня с машины выгоняешь? Вацок, я хочу. Я радостный, Лен. Я радостный, Вацок. Это моя машина. Лен, это моя машина теперь. Просто на этого говнюка смотри. Эй, говнюк! Это чисто для видео было. Это чисто мы для видео снимали. Я тебе серьезно говорю. Нет, я не знаю такого. Нет, смотри. Оператор, выключай камеру, не делаем все. Было. Это я ему сразу сказал, это чисто для видео было. Это же чисто для видео было. Эй, я тебе еще раз говорю. Смотри, какой момент был. Все, у нас видео нету. Есть. Я флешки удалю. Отцок, удалилось. Вот оператор сказал, он не снимал вообще. Что, блядь, должен был вообще-то? За 10 минут. Там серьезный разговор. Да, где это мой 500 рублей? Ты что, блядь? Путал, что ли? Я тебе дам, я тебе дам. Да, 500 рублей. Не, я 500 рублей смотрю, Лен! Я тебе 1000 дам! Я машину выиграл, я счастлив, Вацок! Ты на меня налетаешь! Ты машину выиграл, ты ему 10 тысяч можешь дать! Да, я дам ему! Все, ты скажи! Нет, стой! Все, на камеру это записано! 10 тысяч рублей вытаскивай! Чего я вытащу, у меня 1000 рублей в кармане. Я тебе, когда будет, иншаллах, жизнь дам. Залог машину поставь. Залог машину поставь за эти 10 тысяч. Я ее продам, и я тебе даю 10 тысяч рублей. Тебе час полтора даю. Я тебе 10 тысяч дам, я каждому же смогу 10 тысяч дать. Я час полтора тебе даю время. Час полтора, а если она не продадится, что? Он машину забирает. Это твоя проблема. Пожалей. Лен. Все, закрой дверь. Все. Стой, закрой дверь. Закрывай. Ладно. Шутки шутками. Пойдем с камерой вместе, идем. Пошутили, поигрались и хватит, пацаны. Кусейн, можно тебя, брат мой? Уважаемый Расул. Он тебе деньги даст 500 рублей за прокат. Я за сегодняшний выигрыш я могу каждому здесь по 10 тысяч от души дать. Сказал? Сказал. Да. Ему, оператора доля мне. Все, проблем нету. Как я ее продам? Я изначально говорю. Подожди, стой. Если деньги не будет. Эти угрозы, если ты мне будешь давать, я тебе ни рубля не дам. Ты уже сказал, что дашь. Угрозы будут. Мне пофиг, он сказал. Что он хотел, интересно, сказать? Он хотел два в одном сказать. Я 5 рублей добавляю каждый минут, если деньги не будет. 5 каких рублей? 5 тысяч добавляю. А, тысячи, что ли? Да, каждый минут. Могу я тебя попросить принести ключи от Зетки? Могу. Вот эти ключи. Ты что вырываешь сразу с рук? Скажи, что сразу с рук вырываешь? Я же выиграл ее. Все, брат мой, машина твоя. Сава души. Я надеюсь, после того, как камеры все уберут, ты не будешь по-другому разговаривать. Подожди, а я когда-нибудь такие вещи делал? Не делал, ну... Ты аж вспотел. Конечно вспотел. Надеюсь, не будет других разговоров. Там я тебе 200 тысяч, я дам тебе 300 тысяч машину, там, отдай, там, туда-сюда.
Я хочу продать. Вот на камеру, я как мужчина тебе даю слово. Без камер такого не выходит, если мы этот материал Сава не удалим. Сава от души. Я честно сказать, у меня немного стресса, конечно. Тоже я за рулем когда сидел, чуть перенервничал. До последнего вот. Ты дрожишь весь. И у меня эмоции, если честно сказать, я не знаю, радоваться или... Я не верю в это, честно сказать, честно. Тяжело верится. Я даже вот даже моментом мысли в голову приходит, что разговор без камер другой будет. Вот это меня в первую очередь беспокоит. У нас сейчас материал стоимостью... Подожди. Ты сейчас хочешь... Ты реально во мне сомневаешься? Ты реально думаешь, что... Ну, мало ли, да, ты начнешь свою сделку предлагать, там, бывает, что... Нет, смотри, я же слово дал? Ты дал слово, да. Ты всё, слово дал. Все, это машина твоя. Ты веришь в это? Сам, верю. Я хочу по своей стоимости ее продать, как положено, и уже деньги обналичить, да. Потому что я на такой ездит, карман не позволит. Да наши обещанные не забывай. Че обещанные? По 10 каждому. По 10 каждому. А, это ты, по 10 каждому. Да, я обещал, смотри. Я ее как продаю, у меня пол ляма в кармане, брат. У тебя когда-нибудь были такие деньги? У меня 100 тысяч не были на кармане, а были, когда машину покупал. Максимальная сумма, которая у тебя была? 200 тысяч. Пачка 200 тысяч была, больше не было. А сейчас я увижу эти деньги. Ты вспотевший весь, усы. Конечно, вот впереди ничего я. Я ничего не знаю, сейчас радоваться или... Ладно, давай отсюда поедем. Получается, это тоже у меня остается, это я выиграл. Это я отдаю, другу. Это я сейчас отдаю, да. Но сейчас, как на двух машинах, ну, или так же поедем. Я на девятке, ты чё, охренеть? Тебя же пешком не отправляю. Ты поедешь на девятке. Я же пешком не отправляю. Ты на попутках сейчас поедешь домой. Ты чё обостряешь? Я Расулу всё расскажу. Расул, знаешь, что с вами сделает? Раскидает вас. Расул ничего не сделал, нормально. Честно говоря, вообще не верится мне, то, что вот так вот я выиграл эту машину. Не знаю, не могу это передать свои ощущения, эмоции свои. Настолько это, ну не знаю. В прошлом ролике крутил ее. Теперь я жалею то, что вообще я его крутил. Так хочется уже бережно к нему относиться. Не знаю, как передать эмоции, честно сказать. Все как будто во сне. Вроде только недавно вот на десятке ездил. И теперь даже не верится то, что у меня BMW. Это я даже не знаю, как ощутить. Это такая разница, да? Я знаю то, что это моя машина. Я уверен, то, что она моя. Все, я выиграл. Это настолько приятно в душе, честное слово. Не знаешь, плакать или смеяться вообще. Столько счастья у меня, если честно сказать. Моя. Он от три жалеет. Тебя бит, братан. А? Тебя бит. Меня бит? Да. Давай я сниму видео потом, хорошо? Не, потом будет мне интересно такое. Сейчас, да, серьезный ролик доснимем потом, хорошо? Давай. Вылазь! Ты согнешь капот? Я тебя за язык не тянул, ли? У тебя есть обиды, да, ко мне? Я ему реально говорю, бля, не потянет голову на диск. Он, бля, это BMW. BMW дай-то, BMW дай-то. Чё там, бля? Приходи, бля, индейц, бля. Давай, эй, мотай машину, отойди! Несли меня! Реально я вам говорю. 500 рублей, дай его 500 рублей. Вылез с машины, реально. Сейчас помнется, потом цена другая будет на ней. Я продать хочу вас, вылезай. Сейчас согнешься, она реально говорю. Что за 500 рублей? Здесь... 500 рублей? Здесь... Забыл, что ли? Забыл, что ли? Я тебе 10 минут дал вам машину. Он что хочет тебе будить? Он что хочет? Сейчас после камеры пообщаемся, сука. У меня это... Я тебя здесь еще раз об асфальт черкану. Что там, BMW, да? Братан, туда смотри. Давай ключ. Давай на соперника, на нее тоже дай. На нее соперника уже нашли. Покажите им, пожалуйста, видео,
7.5 F90. МГ-сын! Давай, 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 стука нам, стука нам, стука нам! Тихо, 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 машину, машину. Все, все. Посмотрел, увидел? Ну это же не я нашел. Не, смотри, давай, ты на бэхе, я на банане, ключ на ключ. Нет. Сейчас что? Нет. Я знаю, что BMW и банан – это две разные вещи. Я это с 10 тысячи 500 рублей минусую. Чтоб у тебя… Стой, голову ты щемишь. Чтоб у тебя аккумулятор своровали, понял? Спасибо. Так, друзья. Короче, тема такая. После того, как мы сняли эту гонку, после того, как я начал выкладывать в сторис то, что скоро будет ролик, Гусейн выложил такую сторис, типа, я никогда больше не буду сниматься в роликах у Ахмеда, или типа, возможно, вы меня никогда не увидите в роликах у Ахмеда. Я там сделал репост, сказал, типа, что за фигня. Должен рассказать вам весь секрет, честно скажу, как есть. Это сделано для того, чтобы раскрутить это видео, чтобы оно набрало побольше просмотров и чтобы я хоть как-то окупил этот автомобиль. Это во-первых. И во-вторых, я должен признаться кое в чем. Эту гонку, в этой гонке, вернее, я поддался Гусейну. Я не знаю, Гусейн это понял или нет. То есть он сейчас эту информацию слышит ровно тогда, когда слышите ее вы в этом ролике. Гусейн, вот ты смотришь этот ролик, знай. Зетка в первой гонке ушла, значительно быстро ушла от девятки. А во второй, третьей гонке в какой-то момент у меня в голове такой щелчок произошел. Я подумал, я должен проиграть. Я подумал, что я должен проиграть, и чувствуя, что Z-ка уходит, я кричу, показываю эмоции, но педаль плавненько отпускаю, а показываю эмоции, чтобы максимально отыграть. То есть я не думал, что буду признаваться, я думал, чисто пускай вот он выиграет, и мы отдадим ему эту Z-ку, пускай радуется. Я специально поддался в этой гонке, я чувствовал, что Z-ка уходит. Если у вас какие-то есть в этом сомнения, и если, Гусейн, у тебя есть какие-то в этом сомнения, Z-ка сейчас у тебя, ты можешь встать с этой девяткой и убедиться в том, что Z-ка реально уходит, значительно уходит. Я прям газ нажимаю, вижу, что уходит, газ плавно отпускаю. Такой момент был, я не знаю, палится это в ролике или не палится. И, дорогой мой Гусейн, знай, я тебя люблю, брат. Этот ролик снят для тебя, этот ролик снят для того, чтобы, можно сказать, подарить тебе этот автомобиль. Потому что многие из вас тоже люди писали, типа, подари Гусейну машину. Должен отдать должное Гусейну, он реально сильно меня поддерживает в плане роликов, сильно помогает. И ни разу этот человек у меня ни рубля не попросил, не сказал, дай мне. То есть, может быть, я-то сам давал, но он сам никогда в жизни не просил. То есть... Человек хороший, реально хороший, Гусейн, тебя все подписчики любят, Гусейн, я тебя тоже люблю, брат мой, это чисто от меня тебе, короче, подарок. Я не знаю, хотите верьте, хотите нет, я Гусейну поддался в этом ролике. И Гусейн, ты тоже хочешь верь, хочешь не верь, я тебе поддался, я отдал тебе эту машину, а вот этот хайп вокруг всего этого мы сделали. Я попросил Гусейна, типа, вот так, давай сделаем, типа, чтобы хотя бы раскрутить ролик, хоть как-то, чтобы окупаемо было, но я знаю то, что я в эту машину всю свою душу вложил, все свои деньги вложил, и, естественно, этот ролик никак не окупит этот автомобиль, но хоть что-то, что было, понимаете? Поэтому я очень надеюсь, что вы поставите лайк, оставите комментарий, что сделаете все красиво. Ладно, давайте вернемся к концу гонки, что мы там обсуждали. Короче, все, возвращаемся. Вот, пш, делай. Тапочки раздавил, говорю. У тебя фара потеет, понял? Это у тебя потело, не у меня. И твоя машина с девяткой твоего друга тоже не тянет. Девятка ее выиграть может. Мне она не нужна, такая BMW. Пускай не тянет, зато я на BMW, бля. Есть что сказать? Захотел — назад дал. Захотел — вперед дал. Захотел — боком дал. Ладно, друзья, это был ролик о том, как я просто-напросто потерял BMW Z4. Просто я ее собирал, я вкладывал в нее душу и просто так вот
Щелчок, жизнь меняется. Уважаемый Расул и уважаемый Гусейн, я вас очень люблю. Пожалуйста, не ругайтесь. Гусейн, ты теперь новый владелец этого автомобиля. Ты его продаешь, получается? Если, конечно же, пока мы выложим этот ролик, он не продадит его. Не продадит, это правильное слово? Не продаст. Не продаст. Если он не продаст, короче, напишите там, я не знаю, к нему в Инстаграм, вот тут будет ссылка. Я не знаю, когда мы выложим этот ролик, поэтому, возможно, он ее уже продал. Хотя эта машина нелегко продается. Расул, ты, в свою очередь, не завидуй. Завидовать нельзя. Ты тоже когда-нибудь в жизни что-нибудь выиграешь. Правильно говорю? Да. Вы друг другом не ругайтесь. Эти два человека сегодня своей головой, своими головами, своими бошками поцарапали кафель. Зачем царапины делаете, пацаны? Не поцарапали, поломали его. А, даже поломали. Друзья, мы стараемся для вас делать контент. И, естественно, этот контент максимально основан на реальных событиях. То есть у нас нету никакого развода, никакого обмана. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Вот эту вот кнопку красную в серую вот так вот превращайте. Да. И это же есть подписаться. Да. На меня же. Там колокольчик, молокольчик, лайк, комментарий, туда-сюда, все по красоте с вашей стороны. У меня уже голоса нет, потому что мы сутки практически не спавшие. Всем салам алейкум, я вас всех люблю, спасибо за то, что вы у меня есть.